Что же, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить Хитмана нашего. У нас, в общем-то, следующая миссия, это, в общем-то, праздничные загребалы, и эта миссия, это у нас отсылка к фильму «Один дома», как вы понимаете, и здесь у нас, в общем-то, получается, сколько у нас тут, 5 испытаний, которые мы выполним с вами за одно прохождение. В общем-то, испытания здесь у нас следующие. Это у нас Хо-Хо-Хо, маленький помощник Санты, Боже мой, плохой 47-й и святой 47-й. Для испытания Хо-Хо-Хо нам надо убить наши цели при помощи любого несчастного случая, переодевшись Дедом Морозом. Для маленького помощника Санты нам надо достать все 12 предметов, за которыми грабители охотятся у нас, да, в этой миссии, при этом их не убивать. Боже мой, это убить Марва и, соответственно, да, наша цель — взрывом пропана после того, когда они вернутся с пустыми руками. Плохой 47-й — это нам надо нейтрализовать Марва 3 раза при помощи кирпичей. И, соответственно, святой 47-й, оно дается нам за выполнение всех остальных, скажем сказать, 4 испытаний. То есть вот такие вот дела. Плюс ко всему, за святого 47-го мы получим с вами костюм Деда Мороза. Поэтому, в общем, такие дела. На втором этаже мы, в общем, с вами начинаем. Здесь мы сейчас сразу же с вами берем пульт для фейерверков. И еще бегу я в комнату, где у нас сидит этот самый сотрудник аукциона. Там я забираю еще нож для ампутации. Это у нас, соответственно, первые 2 предмета. Дальше, как видите, я бегу в подвал. Здесь забираю абрикос. Это у нас третий, в смысле, да, предмет. И бегу здесь вот, тут, где у нас сидит персонал, тут забираю кокос. Это, соответственно, у нас 4 предмет. Сейчас я побегу забирать кирпичи. Кирпичи у нас находятся в комнате охраны. Вырубать записи, я думаю, я тут не буду. Потому что почему оно нам, собственно говоря, надо? Вот здесь вот, в общем-то, да, в этом, в подарочной, так сказать, коробке у нас как раз-таки кирпичи находятся. И сейчас быстренько пробегаем и ждем сейчас здесь Марва нашего, пока он сейчас сюда придет. И будем его, соответственно, кирпичом первым, так сказать, вырубать. Надо его вообще нам здесь нейтрализовать желательно, потому что он довольно быстро после этого идет на первый этаж. Я думаю, мы не успеем. Просто банально, да, не успеем. А второй, это в смысле, он идет на первый этаж, да, говорил слегка. На первый этаж мы не успеем, в общем-то, да, с вами весь обобрать. Он, наверное, там некоторые вещи успеет все-таки быстрее, чем мы взять. Ну вот, в общем-то, сейчас он у нас оттуда скоро выйдет. И мы его сейчас кирпичом. Так вот, первый пошел, плохой 47-й, 1 из 3 готово. Сейчас мы его вот сюда вот куда-нибудь оттащим. Главное нам, да, для этого испытания не убивать именно наши цели, то есть вырубать мы их можем. То есть вот то, что вот я сделал, как бы, да, вырубил его кирпичом, оттащил слегка, так я могу делать. А сейчас я бегу... куда я бегу, погоди? Куда я бегу? Да-да-да, я вот это вот сейчас буду вырубать. Нашего охранника, потому что для некоторых вещей нам нужна будет его форма. Вообще, изначально, как бы, из испытания вот этот маленький помощник Санта, оно было каким? Вы должны были обязательно поддержать любую вещь, как бы, в руках один раз. То есть у вас не должны были быть все эти вещи именно в один момент. Вот, но сейчас его слегка изменили, и теперь у вас, соответственно, все эти вещи должны быть в руках в один момент. То есть если вы какую-то вещь, соответственно, бросите, то испытание вы как бы уже как бы не выполните, типа того. А сейчас мы бежим вот здесь вот, здесь мы сейчас забираем ядро. На первом этаже, да, у нас, если что, то 4 вещи, которые нам надо подобрать. В общем, в подвале их 2, на втором этаже их тоже 2, а на чердаке и вот на первом этаже их по 4. То есть вот такие вот дела. Мы сейчас бежим, соответственно, да, на чердак, потому что его сейчас у нас будет курильщик, так сказать, обходить. Нам надо, в общем-то, все предметы быстрее, чем он, забрать. И для этого, в общем-то, вот эту вот лестницу у нас подойдет, чтобы туда довольно быстро проникнуть, на чердак. Вот он у нас уже, кстати, здесь, на 3-м этаже, я так посмотрю. Так, забираем здесь бюст, это у нас первый предмет на чердаке. Так, тут перепрыгиваем. Здесь у нас еще есть сабля.
И, по-моему, здесь у нас даже еще есть какой-то бюст. Вот саблю, кстати, вы можете только в маскировке охранника брать. Поэтому это имейте в виду. Если что. Так, и вот здесь у нас еще стоит бюст, как видите. Сейчас мы его с вами заберем. Замечательно. И остается нам на чердаке только микрофон взять. В общем-то. Так, вот здесь я не особо так это аккуратно поступил, правда. Ну да, в общем-то, и ничего. Так, проходим. Микрофон у нас, если что, находится вот здесь вот. Вот тут вот. Сейчас забираем. И, собственно говоря, бежим, на самом деле, в подвал, потому что там у нас сейчас должен зареспавниться через какой-то момент Дед Мороз наш. Его нам надо вырубить, чтобы, соответственно, взять с него маскировку. После этого, соответственно, нужно будет дособирать нам предметы на первом этаже. И после этого все, можно будет будить уже Марва, получается. Вот, мы сейчас просто вниз спускаемся. И, соответственно, я бегу просто, опять же, да, в подвал. Там, по идее, у нас Дед Мороз будет как раз в том месте сейчас, в котором мне и надо, чтобы он был. Вот, эту миссию, как вы понимаете, да, не получится никак пройти на Silent Assassin, если выполнять именно что все испытания, да? Вот, поэтому, как бы извините, но рейтинг Silent Assassin на данное видео, в общем-то, у нас отменяется. Так, вот и он. Давайте-ка мы его сейчас вот так вот вырубим. Собственно говоря, спрячем. И, в общем, можно будет ждать уже Хэри нашего, пока он сюда придет в подвал. Кладем его в ящик Деда Мороза. А сами, в общем-то, тем временем мы сейчас пробежимся по первому этажу и дособираем там все оставшиеся предметы, которые нам остались. Это, соответственно, сюрикен, это самый топор и еще игрушечный танк. Такие вот, в общем-то, у нас, да, там предметы остались. Сюрикен у нас, если что, да, вот лежит вот здесь вот. То есть вот тут-то подобрать можно. Топор, он у нас, в общем-то, лежит вот тут вот. Конечно, очень красиво оформили миссию разработчики вот в этом вот именно. Ну, как сказать, не оформили миссию, оформили карту. Вот эту, да, вот парижскую. Очень все так красиво выглядит теперь. Так, ну и последний предмет, это танк. Вот все, на этом у нас, в общем-то, наше испытание, маленький помощник Санта, оно у нас выполнено. Сейчас пойдем, в общем, туда будить Марва, как вы понимаете. То есть он у нас там, этом, в подвале пока спит. Нам надо сейчас, чтобы его кто-нибудь нашел и, соответственно, кто-нибудь его разбудил. Нам его еще надо, в общем-то, два раза вырубить кирпичами. Я вам так это напоминаю. Уже все, уже, в принципе, можем кидать предметы. То есть, как бы, испытание нам уже засчиталось. Поэтому это уже не беда. В принципе, можем пока даже не переодеваться в костюм Санты. На самом деле, можно выполнить пока что это самое испытание плохой 47-й. И после этого уже переодеваться в костюм Санты. Но я что-то как-то это... Не очень так про это подумал сейчас вот. Так, сейчас вот его должны запалить. Марва нашего. Я тут еще даже концовку слегка обрезал, потому что я забыл... Забыл, очень долго, короче, ждал грабителей. Думал, то, что они тут это вдвоем должны встретиться в подвале. Их обоих я хотел подорвать, соответственно, да, пропаном. Но оказалось, что их тут можно просто обоих вырубить. Просто рядом с пропаном положить. И, соответственно, подорвать. То есть результат, по сути своей, будет тот же. Вот у нас нашего Марва заметили. И мы сейчас его опять, в общем-то, вырубим. Кирпичом. Sorry, I didn't get a good look at it. No.
Сейчас, конечно, нам надо аккуратнее, потому что еще Хэри прийти сейчас может. Он, по-моему, как раз по этой лестнице спускается. Вот, а мы здесь в костюме Деда Мороза быть не должны. Так. Так, Моро, мы еще раз вырубаем. На этом получаем уже второй раз. Плохой 47-й, как видите. Так, сейчас мы еще раз очень-то кого-то отманим так, чтобы он его запалил. Я даже хотел, чтобы его Хэри запалил. Но что-то как-то его не получилось отвлечь. Так, давай тогда монеткой. Решил я. Но что-то он на монетку тоже не реагирует. Не, не хочет. Не хочет на монетку отвлекаться. Мне кажется, знаете, это из-за чего? Из-за того, что как бы их это на отвлечение не особо влияют, потому что это, по сути, свои не НПСы в этой миссии. То есть как бы их сюда именно приделали, как модельки, типа того, да, там, естественно, сделали им анимацию, чтобы не двигались как-нибудь. А, и все. То есть, как бы они, по сути, свои, как бы не обладают никаким интеллектом, считай. Ну, как бы у них интеллект этого обычного НПС, но при этом они почему-то, вот я как бы не понимаю, почему не отвлекаются на именно что отвлечение, так или иначе. Hey, hello. Are you there? Hello. Snap out of it. Okay, all right, I'm up. I'm up. So who is it? I don't have a clue. I didn't see anybody. Так, ну и осталось нам еще раз его вырубить, Марва, кирпичом. И на этом, собственно говоря, все. Испытание плохой 47-й у нас пройдено. Уже у нас, собственно говоря, 2 из 4. Ну и последние два, я как говорил, они у нас связаны непосредственно с убийством. То есть это у нас хо-хо-хо и, соответственно, боже мой. Вот это, по сути, своей одним убийством делается. Так, ну и последний раз, да, мы его еще раз вырубаем. И, соответственно, получаем, да, плохой 47-й. Так, у нас все достижение кликнулось. И святой 47-й у нас уже, что у нас там, 2 из 4, по-моему, да, получается. Так, вот здесь я сейчас вырезал. Сейчас сюда у нас, да, приходит Марв. Я тут очень долго ждал, то есть как бы я ждал того момента, да, пока они, в общем-то, вдвоем встретятся, может быть, их обоих подорвать. Но что-то как-то я этого момента не дождался особо. Вот, поэтому решил все-таки его я вырубить. И сейчас я его тут спрячу. И сейчас я вырежу до того момента, когда я уже буду вырубать Марва. Ну, в смысле, этого не Марва, а Хэри. То есть вот Хэри у нас сейчас сюда спускается вниз. Тут он, в общем-то, у нас курит. И мы его вырубаем, соответственно, огнетушителем. Сейчас мы их обоих, опять же, да, положим рядом с пропаном. И на этом, в общем-то, у нас все. То есть на этом все. У нас миссия выполнена. Все челленджи у нас здесь выполнены. Так или иначе, сейчас мы тут обоих рядом друг с дружкой положим. Как-нибудь вот так вот, наверное. И, собственно говоря, подрываем. Все. На этом все у нас испытание хо-хо-хо. И, в общем-то, еще испытание, боже мой. Соответственно, да, святой 47-й. И еще испытание, боже мой, сейчас у нас кликнет. Вот, все. А, нет, его, по-моему, переименовали в праздничный загребал, получается. Да, вот это вот испытание, боже мой. Получается, что так. Получается, что так. Ну, такие вот дела. В общем-то, так вот у нас проходится эта
миссия так у нас проходит, это все тут испытания, как вы понимаете. На этом, ребят, всем спасибо. С вами был я, Артем. Подписывайтесь, ставьте большой партнер, вступайте в группу ВКонтакте. Рассказывайте о канале друзьям, комментируйте. Все это, как вы знаете, очень сильно помогает каналу развиваться. Так что всем, ребят, за все это, как всегда, большое-большое-большое спасибо. И всем, ребят, на этом пока. Всем всего доброго. Всем на этом до скорых встреч.